На конкурс дети читают стихи. Елизавета Шуклина, 10 лет. Светлана Одинокая. Фотография. Фотография вложена в старую книжку и закрыта среди пожелтевших страниц. Невысокий, в шинели, какой-то парнишка, улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. Карандашная надпись «Зима». 43-й. И чуть ниже другая. Погиб как герой. Сколько их безымянных героев на свете? Сколько их никогда не вернулись домой? Им бы жить без забот, и дружить, и влюбляться. Только вдруг в летний день объявили войну. И они, взяв винтовки свои 18, шли на фронт погибать, защищая страну. Сколько судеб несложных, песен спета, сколько жен, матерей оставалось без сна. Так зачем же, зачем в это страшное лето вдруг на нашей земле появилась война? Из учебника вновь живая картинка, раздвигая границы событий и дат, словно память о прошлом составила снимка. Улыбаясь, глядит незнакомый солдат. Он герой, это значит, что он не сдавался. Это значит, ни шагу не сделал назад. Может быть, он в окопе один оставался, прикрывая собой отступавший отряд. Может, в грохоте хриплом немецких орудий батальон за собою в атаку повел. Только он не вернулся, как многие люди, те, кто с этих боев никогда не пришел. Пусть нам дорого слишком досталась свобода, тем ценнее она для живущих сейчас. И листок пожелтевший, забытое фото, будто памятник всем, кто сражался за нас. Они отдали жизни, чтоб мир продолжался. Наступала весна, было пение птиц, чтоб мальчишка другой в объектив улыбался и смущенно говорил.